Место прикрепления колонн фильтрума. Вот это точка, где мы с вами формируем место, где мы с вами формируем точку Гаукли. Сейчас я постараюсь как можно ближе пододвинуть. Что мы с вами делаем? Мы берем препарат Princess Filler, потому что препарат Princess Filler – это структурный препарат, который позволяет нам с вами делать контур, который нам позволяет с вами работать в таких вот в деликатных зонах. И препарат Princess Filler предназначен для узких губ, для возрастных губ, и когда нам нужно четкость, да, или просто почетче сделать. Мы с вами входим срезом иглы вниз, вместо прикрепления колонны фильтрума к арке купидона. Срезом иглы вниз вошли. Помним, что эта зона, мы входим достаточно поверхностно. Вы видите ход иглы, но не видите металлического блеска. И линейно ретроградно вводим препарат. Оставляем капельку препарата на выходе. Оставили каплю препарата на выходе. То есть мы вошли, начинаем вводить и убираем палец, когда уже находимся в арке купидона. С этой же точки мы с вами входим срезом иглы вниз в арку купидона. Для того, чтобы сформировать хороший контур, чтобы препарат не вышел за пределы контура, а так как в течение пациента можно не может сказать, что ты помолчи и больше не разговаривай, да, пока у тебя препарат не зафиксируется. Поэтому мы с вами входим срезом иглы вниз, четко в контур, до середины арки купидона. Разворачиваем срез в сторону смыкания губ. Вошла и повернула иголочку в сторону смыкания губ. И линейно, ретроградно кладу препарат, оставляя капельку препарата на выходе. То есть у меня сформирован туннель четко в контуре, а препарат лежит под контуром. За два дня за счет артикуляции препарат станет четко в контур и не выйдет за границы губ, не выйдет за границы красной ткани, не окажется на кожной части.